В цирке российского города «Орел» медведь набросился на дрессировщицу. Все произошло во время представления. На снятом очевидцами видео хорошо видно, как разъяренного зверя пытаются оттащить, но он не реагирует на удары кнутом. Потерпевшую, которая была беременна, госпитализировали. В региональном главке Следственного комитета сообщили, что с ней все в порядке, но мужчина, который ей помогал, получил серьезные ранения. Ведомство проводит проверку. К делу подключилась прокуратура.